меня 66 гигабайт в свободной памяти. Стой. Сталин не успел превьюшку сделать. Что завтра будет? Ой, узнает. Так еще и мои, так еще и ее. Причем так вдвоем. Короче. Давай. Не, у тебя нет. Стой, сейчас все. Как ты ходишь? Все, давай. Да у меня полчанка грузилась. Давай открой. Давай ты открой. Прошка. Ну, ты потом посмотришь на запись. На картина. Ты пипец. Ты говори, если свет мигает. Пазлы ты и слитки. А то у меня двери открываются с такой степенью, будто они вообще не открывают. У меня не открываются, потому что у меня пинг хотя бы не 300 без причины. Нет, они у меня открываются, но они как-то эластично слишком открываются без звука. Катись, как тихий микро. Оп-оп. Эй. Ты говори, если рашнет. Ати, can you see perform this nothing for me? Именно говори, если рашнет. Звуки такие стрёмные. Звуки-то стрёмные. Стой. Считай комнату. Зачем? Первая комната уже все. Я уже слышал. Смысл бежать. Короче, у меня. О, все. У меня Дорс загрузился по максимально. Нет, не по максимально. Зато я могу видеть вещи сквозь ящик. Есть ли там что-то полезное или нет сразу же. И на какой полке лежит что. Тут ничего нету. А ключ вообще нужен тебе? Он даже не нужен. Идем. О, я тут шкафа. Вин времени. А FPS упал, FPS упал. А. Давайте. У меня тут вообще шкаф не видно. Yeah. А, ой, да, нужен ключ. А. А, страшная комната, бой, блин. Кажись, он выглядел как это. Он как куб просто. И сам уж. Ну, а чё тут? Ничего не было. Нет, там было. Что там было? Дальше сходим. Это... Это, блядь, ебаные. Прячься. Блядь. Прячься-то.
от шкафов. Ну ты хотя бы нормально залазишь. Дверь чё-то. Блять, там были витамины, я помню. Блин, я думал, там был фонарь, а я второй витамин слышу. О, смотри, тут дырень. Это я понимаю. Знаешь, это хорошее место, чтобы поспрятаться от Раш. 100% гарантия, что... 100% гарантия, что ты не сдохнешь. Откуда дверь видно? Отлично. Все. 4 минуты. Конечно, будет тут. Пошел. О, май гад. Витамины. Да блин, а чё? Стоп, 3 витамина сразу. Ключик прямо тут. В той же комнате. Ходим. Опять блин дроп. Тина. Стоит в снежном шторме. Ты чё ты там открыл мне? Ой. А. Сик. Не знаю. Был на волоске от гибели. Ты просто спас от гибели. Не. Рычажок. Там расчетом все это должно уместиться где-то еще в 20 минутах. Просто не хочу им давать свои данные. Жи, стой, иди сюда, ты тебя ранили? Полностью? Одержи. Сейчас сик начнет. Ладно. Люстру вижу. Понятно. Какие-то дырявые. Стой, я не готов. Нет, я не готов. Зита, ты тоже видишь вот стену, вот тут дырка. Ты тоже видишь стены? Нет. О, нет, он в той позе, что делать? Не приближается, он не добежать. Идет у меня в той позе, помогите. Чё-то опасно. Мне придется витамины съесть. Не ешь витамины. Надеюсь, глаза не просто. Ну просто. Можно хуже придумать. Крыт, у тебя же есть отмычка? Нет. А? Чё можно? Более хуже бы... Может быть. Сходи по всем шкафчикам и слышишь звуку. Я не могу. Мне нужно посмотреться. Если тут меня шикарно маленький человечек. Я готов. А, ключ не нашел. Так, я ключ. Смотрю.
Я просто огонь и руки не взял под конец. И поэтому я два раза взялся. Копат крался, чуть меня не убил, чур. Так что там так делать вообще? Знаю. Кстати, дверь присутствуется, поэтому ключик надо посмотреть. Я не понял, а где? А, вот, всё. В всех комнатах смотрел, только кроме первой. Какой шанс, что там опять ключ заспавнится? Ай. Окей, я буду. Я кому-то могу сказать, что он хороший, он против. Так я пробовала. Даю? Нет. Что мигало тогда? Ехали. Дальше. Чё мне так тихо, я не понял. Порылая херня, когда у тебя... Да не лети. Да я не лечу, я иду. Уже идёшь, чё ты... Блин, я вообще-то... Я вижу... Груз, я не вижу, был мне нормальный. Более-менее. Предпоследняя комната. Красивый коридор в библиотеку. Посмотри, тут дырочка. Тут забагался. Все, заходи. Что у меня тут? Аудио. Готов? Да, готов, конечно же. В эту ты в другую, понял? Что небо? Уже 4 книги нашел. А что сделал ты? Я нашел одну. То, что там только одна была. Куда он пошел? Он тебя хочет с одной стороны тебя прибить. Нет. Нет, он идет, он пошел на мою сторону. Он уходит. Он идет на второй этаж. Он прошагал на второй этаж. Он идет на втором этаже. Нет, он идет на первый этаж. Сам бумажечку, скажи мне кодик. Я его запишу, и мы свалим. Где? Блин. А он спидранил. Уже тут оказался. Я тут не вижу. Мать, помогите. Я кот убежу, посмотрю у меня сам. Подожди. Кто у меня смотрит? Это звездочка, второй треугольник. У нас треугольник квадрат есть. Икс тоже есть. Ну, круга нет. У нас нет круга. Какого хрена? А теперь круг есть. Давай пишем. Я не вижу. Короче, смотри. Первая звезда, ты видишь? Первая звезда, а дальше? Первая звезда, понял? Дальше. Второй треугольник. А, стоп, первая звезда, первая звезда. Да, первая звезда. Треугольник, ага, дальше. Потом квадрат.
Квадрат. Квадрат. Дальше. Крестик. Крестик. Дальше. Кружок. Так. Спин пройдет. Вот. И не самых напряжных. Вообще гигабайт заняло. Сбегаем, сбегаем, сбегаем. Уходим. Вообще бум. Вообще лох, точнее. Блин. Уже устали. Конечно, я чисто чудо. Там подводную лодку активировал. О, зажигал. Подожди, котикон. Блин, у тебя есть зажигал? А, я зажигал какая-нибудь. Есть? Там. А, страшно, подъем. Страшно. Не слишком. Это вообще страшно. Вообще. Вообще. Ну, нам осталось всего каких-то 40 дверей и... Что это отсылка? Иди сюда. Что это отсылка? Это а отсылка вот мы... на NPC-сузеры. Нет, тут на другую отсылку, ты просто не понимаешь. Да. Я понимаю, на что это отсылка, но я не знаю, как она называется. Давай, готов. А куда? Ты живой? Ой. Ух, ты живой. Куда? Так. Прям идеальная картина. Да хватит. Тоже хватит. Готов, 3, 2, 1. Вовремя это я, конечно, сказала. Лампочка. Ты опа. А куда он мог залететь? Куда он мог залететь? Мин? Блин. Это же рандомная генерация. О, где текстурки? Где текстуры? Забыл. О, нет, потом амбуш летит. Ты куда? Сюда, все. Здесь? Что только? Я видел Раша, как он через дверь. Где свет? Где свет? Давай сфоткаем тебя тут. Давай, стой. Нет, стой. Рядом лапочка. Вот сюда вставай. Стой, не двигайся. Давай. Замри. Давай. Давай ты в ту сторону, замри. Я в эту. Давай. А замри, ёбаный рот, ты похож на Монвера. Давай в угол. Замри. Вместе в угол, вместе в угол. Замри, ты ёбаный рот. Да вместе в угол, говорю. Замри. Да ты... Давай. Замри. Ты тоже замри. Замри. Всё, давай. Замри. Ой, нет, встань нормально. Я смотри. Всё. Сейчас, погоди. Быстрее, я уже фэн... Давай. Нет, неправильно, сейчас. Как в смысле, как мне? Всё. Подожди, я не знаю, как заставить. Вырублю запись там. Давай. Подожди, я запись вырубил. Я попробую так. Сфоткал. Ничего взят. Давай. Продолжаем. Что ты?
красным. Интересно, что из этой солянки? Я зашел, но тут ло как бы. Дальше все поломал. В принципе, пятая дверь, мы почти у конца. Если ты видео перегреба, то замет. Меня жди. Я попробую поджечь ты багажи. Где я? Я не вижу. Я багажи пытался поджечь, куда ты пошел? Ой. Меня подожди. Давай. Гать, подожди. Стой, я не могу эту штуку открыть. Три, два, один. О. Считай, помню. Считай. Цвет моргает, когда он выключен, а? Блин, я тупой. Я тупой. Согласен, ты тупой. Ты не смог пережить кого-то классного. Есть собственная жизнь? Нет. Конечно, это дебилы. У меня вот и две жизни, потому что ты не лох. Только одну потратил. Блин, уйти не могу. Просто выключи. Моргал, когда он был выключен. Немного хальтим спейси. Давай, 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 давай. Поймать. Последний рывок. Бай. Тут? Да, у меня тут. Что? О, стой! Так. Ну-ка, жик. Так, стой, видео вспомни. А, куда прятался? Не удивлюсь, если вот сейчас я посмотрю на Биви, буду смотреть видео. А там вот моего голоса вообще не слышно. Фон все время громкость падает. Не удивлюсь. Же круговая лестница. Эфримдр. Готов лежать. Блин, а я, наверное, сдохну. Нет, ты же... Я, наверное, сдохну. Judgment Hall. Я, наверное, сдохну. Умрёшь. Вот должен быть. Да просто вот смотреть буду. О нет, ты босс! Ты босс! Стик! За мной так же! О нет, что делать? Нет, ты босс! Я знаю, я не дебилиста. Сам в херню проходил, ты думаешь. Справа, вперед, вперед! Не надо мне подсказывать, ты мне только мешаешь. Там все. А, ну все, дебилы, да. Я без урона все прошел. Ни одного. Не получил ни одного удара. Ох. А я все с уроном. Вообще без урона прошел Дорси. Стой, жди, сейчас вам. Стой. Готов? Мне почти себя не слышу, там вот я ору, а меня не слышно абсолютно. Я все, это да, конец. Давай. Да. А, почти. Ты готов? Жди, пытаюсь сейчас понять, как аудио подфиксить. Амбуши сейчас. Уже нет времени фиксить. Короче, все уже. Просто скажи то, что у меня микрофон сдох. Нет, все, мы сдох. Скажи то, что у меня микрофон сдох недавно. Готов? Жи. Нет.
Идем в церковь. А нет, нет. Профессиональная техника Тинкла. Коминг! Фух, мы выжили. У нас шестая дверь. Пойдем. Остается лишь нас сдохнуть от скрича. Мне. А, да-да. То, что видео получится. Смотри, ты можешь пробежать в ту комнату? Смотри, ты можешь пробежать в ту комнату? Все, я бегу, я бегу. Дарные. Свет мигает, лещая лампочка. Давай. Пинк. Ты куда прячешься? Тут нет лестницы, тут нет лестницы, тут я даже полки не вижу. А тут полки нормально. Не видно. Нет. Это же батискаф. Я в шкаф, ты под кровать, ладно? Нет, в шкаф, ты под кровать. Я в шкаф, я тебя предупредил. Что тебе будет осумание? Внимание. Эта игра включает в себя все жанры. Ты сейчас играешь? Ты сейчас играешь? В осу играю. Куда ты пошел со себя? Ты мне не дал умирать. Да. Благо я играл в фонтанке, не знаю как. Нажимать кнопочку. Там просвечивает, кстати, шкафы. Куда? Удобно, что ли? Под кроватью. Ты же знаешь... Пыли много, а так неплохо. Ты же знаешь, что нам до игрока ждать? Открыл там, И бунки. Делаешь? А, ты электриком, понял. 9, я там тебя в лифте подожду пока что, ладно? 6, 7. Нет, тебе тоже надо проходить. Я почему мы не можем просто спуститься вниз? Ну что там? Я пройду. Четверка, четверка, однерка, десятка, семерка. И В. А девятка не поворот, девятка поворот. Проблема. И я. Ты ничего не сделал, все запуталось. Ты думал то, что четверка? Беги! Я не могу бежать, я решаю ребус и котины. А, окей. Помогите! Нет. Но около меня. Тебе же. Решил ты. Там только одному теперь можно проходить. Я сдох, блядь, аутисты, ебаный нахуй. Да, блядь, сон. Ладно, блядь, тупорылый нахуй. Я не виноват, он сам побежал. Нахуй. Понятно.